Добрый день, меня зовут Наталья. Я приветствую вас на своем канале «Домашняя выпечка». И сегодня у меня будет рецепт несложного домашнего печенья на пиве. Для приготовления нашего печенья нам понадобится 2 стакана просеянной муки, 200 грамм холодного маргарина и полстакана 200-граммового пива. Понадобится еще щепотка соли. И приступаем к нашему приготовлению теста. В миску мы ссыпаем наших 2 стакана муки. Сюда же добавляем щепотку соли. Немного перемешиваем. И берем терку и натираем наш маргарин. Постепенно перетирая с мукой. Немного подтерли и пересыпали мукой. А теперь измельченный маргарин на терке мы перетираем в мелкую крошку. Мы это делаем для того, чтобы наше печенье было слоеным. Перетираем мы эту массу около 2 минут. Сделав воронку, сюда мы вливаем полстакана нашего пива и замешиваем тесто. Вымешиваем пару минут наше тесто на столе, немного подмешиваем муку. Как видите, тесто у нас мягенькое, оно не тугое. Теперь мы берем пленку пищевую и заворачиваем его в пленку. И ставим на холод или в холодильник на полчаса. Вот достали тесто с холодильника. Теперь мы будем его раскатывать. И раскатываем толщиной примерно 0,5 сантиметра. Делаем такой приблизительно квадрат. Вот мы раскатали тесто, теперь мы его смажем яйцом и сверху посыпем сахаром. Теперь мы тесто разрезаем на полоски, а затем на произвольные, как вам понравится, ромбы, квадраты. Разместили печенье на противень. Теперь мы отправляем в горячую духовку при 200 градусов на 20-30 минут. Вот столько получилось печенья с одной порцией.
Но печенье очень вкусное, слоеное, оно как семечки. Улетает на ура, так что лучше печь 2-3 порции. Всем приятного аппетита, до новых встреч!